Наем. Так, сегодня у нас 17 число 10 октября 2022 года. Вот, меня зовут Олег Тарасов, я являюсь партнером компании Skyward Community. Вот, и у нас с вами очередная встреча. Вчера у нас была офлайн, сегодня у нас онлайн. Я надеюсь, что наших людей будет больше и больше прибавляться в онлайн, в общем-то, потому что вчера было для первого раза очень даже хорошо, это около 30 человек, поэтому, я думаю, наверное, все соскучились. Вот. Но сегодня я вам тоже немножко поведаю о том, что было вчера, вот, немножко повспоминаем, ну и новости. В следующий понедельник у нас будет Алексей Наумович, он больше подробно рассказывает, скажем так, о технологии, поэтому, ну, мы друг друга дополняем. Так, ну вообще хочу сказать, что Skyward Community является, скажем так, организацией, которая является официальным представителем по, скажем так, финансированию вот Unisky String Technologies, да, и вообще ЗАО «Струнная технология» — это вообще инжиниринговая компания, созданная в Минске в 2015 году, и сейчас она, кстати, аккредитована в качестве научной организации Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологии Республики Беларусь. Да, занимается проектированием, производством, тестированием, эксплуатацией транспортно-инфраструктурных комплексов в эстакадном исполнении. И возглавляет это дело сам Анатолий Эдуардович Юницкий, то есть основатель, да, и Надежда Косарева, супруга, является генеральным директором. Конечно же, за это время, за вот эти годы, когда говорили, что тут ничего нету и так далее, все, было много хейта, да, в общем-то, да, было какие-то определенные заказные статьи, но компания продолжает развиваться. Сейчас работает более 600 инженеров. Имеется два демонстрационно-испытательных центра. Вы знаете, один находится в Марьиной Горке, и другой находится в Шарже, Объединенные Арабские Эмираты. Три лабораторно-испытательных комплекса, более 50 конструкторских бюро, более 200 международных патентов и 4000 метров производственных площадей. В общем-то, все движется, все. И вот вчера на встрече Алексей еще Наумович показал аудит за 2021 год, что все было выплачено, налоги выплачены, зарплаты выплачены и так далее. Все, в общем-то, и даже там уже есть у компании определенная прибыль. Вот, поэтому я говорю, мы идем очень уверенной поступью к адресным проектам, о которых я тоже, как говорится, уже неоднократно говорил. Вот, но официально, когда выходит, скажем так, мы это все тоже узнаем именно из информации, которая подается официально. Ну, философия компании – это транспорт должен быть решением проблем, а не их источником. В «Коммерсанте» когда-то я прочел такую фразу, что все большие города просто утонули в транспорте, да, и поэтому такая вот фраза «пробки правят миром», она есть и никуда не девается. Поэтому вот такой транспорт эстакадного вида, да, вот как вы видите, фотография, это реально фотография из Марьиной Горки, где представлен наш, в общем-то, практически весь пассажирский транспорт, да, вот, и сзади можно наблюдать, ну, картинка мелкая, но, в принципе, там находится и тоже грузовой транспорт. В общем-то, замечательная картинка, мы ее очень любим показывать, но это реальная картина, картинка, которую сделал фотограф Марьиной Горки. Транспортные решения, почему они хороши? Тут мы тоже разбирали отдельно по вот этим вот пяти пунктам, да, и сейчас я вкратце пройдусь. Это безопасность, потому что второй уровень, это доступность, потому что это дешевле в разы метро, как я вчера приводил пример, что в метро в Дубае стоит 150 миллионов долларов за километр, да, Юницкий же предлагает так называемое воздушное метро за 15 миллионов долларов за километр. Представляете, в 10 раз дешевле. Вот. Далее, адаптивность. Адаптивность – это такое слово, когда мы, опять-таки, приводил пример, когда не нужно ничего
закапывать, допустим, даже когда тоже метро роют, какие-то здания приходится сносить, где-то что-то переносить и так далее. Здесь адаптивность, в общем-то, получается, что мы можем построить этот транспорт везде. Неважно, это будет река, будет озеро, будут какие-то здания, это будет чистокол зданий, как, допустим, высотные здания как в Эмиратах, там, в общем-то, очень сложно что-то там сдвинуть и так далее. Все. Экологичность, опять-таки, тоже маленький землеотвод. Опоры между могут располагаться на расстоянии 2-3 километров между собой, да. И энергоэффективность, это тоже в разы энергетически выгоднее, нежели транспорт, который сейчас существует. Далее, вариант, значит, основа технологии – это струнный рельс. Мы будем, чуть далее будут слайды реальные, вот посмотрите, какие там вот эти вот струны, канаты, да, вот, ну, на данном рисунке вот написано, что короб, вверху находится вот эта стальная головка рельса, по которой движется, опять-таки, стальное колесо, да, внутри вот этот вот пучок предварительно напряженных стальных проволок, ну, там не проволок, там канаты реальные, да, в зависимости от того, от какой нагрузки, да, далее идет элемент крепления струны к корпусу, там получается, да, далее получается здесь вот заполнение, чтобы уменьшить вот этот вот шум, да, и получается вот такой вот так называемый рельс. Их есть несколько видов, вот, но в данном случае получается вот именно вот эта вот прямая практически струна, да, натянутая, поэтому эта технология была Анатолием Эдуардовичем запатентована, и она называется преднапряженная путевая структура. То есть вот этот струнный рельс, он получается натягивает, у нас сегодня будет такой фоторепортаж, как это все делается, вы посмотрите, как это действительно красиво, в общем-то, несмотря на то, что это металл, несмотря на то, что это такие вот, скажем так, канаты стальные, да, это действительно очень и очень завораживает, потому что ты понимаешь мощь, всю эту мощь, которая, ну, погружается внутрь этого рельса. Вот. В общем-то, вот эта вот запатентованная технология, натянутая, и вот получается совершенно ровный рельс, по которому движется транспорт, который может двигаться внутри города 150 км в час и на большие расстояния между городами 500. И даже я знаю, что мы сейчас видели, что некоторые репортажи даже планируются даже и 600 км в час. Далее. Ну, я как уже сказал, есть грузовой транспорт. Сейчас вот активно строятся две трассы в Шарже для юникондов таких вот, чтобы перевозить 20-футовые и 40-футовые контейнеры. Да. Есть решение для морских портов, чтобы... Мы это тоже с вами неоднократно разбирали, что не нужно углублять фарватер, потому что сейчас очень суда такие крупные, тоннажные, да, приходится там, в общем-то, укреплять берега, углублять дно, от этого страдает флора, фауна, от этого страдают люди, потому что это все, в общем-то, Анатолий Дарович предложил, все это можно выносить на 5-10 километров в море, где не нужно все это делать, и очень быстро, прям не разгружая на платформу, сразу вот, юниконды такие будут, как пули уносить со скоростью 100 километров отсюда вот эти контейнеры. Вот, ну, для грузового транспорта отдельно тоже у нас есть лекция. Для пассажирского транспорта тоже, посмотрите, вот это все виды транспорта, как я говорю о том, что действительно, если вы там вдвоем, вы можете ехать на юнивинде, на юнибайке. Если вас чуть больше семья, можете взять юникар. Вот, если еще больше, там юнибус двигаться большей группой, либо это будет берельсовый юнибус тоже, ну и вот скоростной транспорт юнифлэш сейчас называется, вот, и пока еще для него трасса не определена, где будет, но это планируется, либо это будет в Беларуси, опять-таки в Марьиной Горке, вот, либо это будет в Шарже, либо я знаю лично, я знаю еще, скажем так, одно место, где тоже это может быть. Но официально пока еще не представлено, где конкретно. Ну, вот это вот фотографии реальные, вот видите, вот это вот, скажем так,
транспорт, новый транспорт, да, который, в общем-то, вот так вот удачная фотография получилась. Спасибо Алексею Наумовичу. Это когда мы были этим летом в Мариной Горке. Вот, и те люди, которые хотят, они туда неоднократно там уже были. Вот, но мы были, опять-таки, летом, это было замечательно, было не очень много людей, поэтому вот такие вот фотографии можно было получить, потому что это никогда там был Экофест, когда там 5000 человек, конечно же, такие фотографии, это просто уникальные, но вот, поэтому я тоже очень люблю эту фотографию, вот такой вот красивый у нас Юнибус тут находится, вот он смотрится очень такой маленький, как моя дочка говорит, няшный, да, вот такой вот красивый транспорт. Ну, теперь смотрите, время летит очень быстро, действительно, когда там в 2000, вообще компания, вот написано, я вам прочитал, что начала свою работу с 2015 года, очень многие люди пришли буквально вот на таком подъеме, что вот-вот-вот и сейчас все будет, там год, два, три и так далее, да, но как вот сейчас оказалось, тут очень много, скажем так, было и форс-мажорных ситуаций, да, та же двухгодичная вот эта вот пандемия, там, пландемия, там, кто что говорит, в общем-то, да, коронавирус. И вы сами знаете, что сейчас тоже ситуация не лучше, да, вот. Но в целом самое удивительное, что когда в свое время Анатолий Эдуардович пришел в Эмираты, то есть его пригласили и арабские шейхи сказали, не расскажи, а покажи, и возможно ли вот ваш транспорт, который ну, вы построили в Беларуси, в нашем сложном климате, в жарком, где присутствует много соли, где металл, в общем-то, рассыпается, построить ли вот ваши такие вот трассы. Анатолий Эдуардович сказал, можно. Вот, потому что наш транспорт можно сделать и там, где очень жарко, и там, где очень холодно. Допустим, та же северные разные районы, да, ну, естественно, и у такой же умеренный климат, как у нас тоже, вот, для всего есть решение, вот, то есть транспорт будет ездить везде. И вот мы тогда этому несказанно радовались, и, наверное, тоже думали, раз у шейхов много денег, мы быстро-быстро это все построим и поедем, и потом поедет по всему миру. Но вот сейчас вышла статья, 4 года с момента основания ВСРТ, то есть это инновационный парк в Шарджи. 4 года уже прошло. И вот поэтому такая статья. Что же за это время там произошло? Действительно, вот понимаете, с чистого листа, потому что я был в этой пустыне в Шарже. Это действительно не тот песочек, который мы привыкли видеть на пляже. Это действительно очень агрессивная такая почва. Я не знаю, почву ее нельзя назвать. В общем-то, там и камни, и ракушки какие-то, и все это, вот эта колючка все растет. Поэтому это, конечно, босиком не советовали. Нам даже не решали... как бы не советовали даже такие вот, знаете, одевать кроссовки. Обязательно надо было, чтобы носок был, чтобы лучше еще закрывало, потому что если все это попадало, все можно быстро натереть ногу и так далее. Поэтому вот в этих вот условиях Анатолий Эдуардович сказал, что все это можно сделать. И действительно, вот этот шейх, который сейчас, его высочество шейх Султан Белмухамед Аль-Хасими, вот он член Верховного Совета и правитель Шарджи, вот он доверил, скажем так, вот этот СРТ-парк, да, инновационный, он даже сказал, что перенести, переделать вот этот вот экстерьер, чтобы именно инновационный транспорт Юницкого был прям вот в фасаде, когда приезжаешь, чтобы это было вот все здесь. И действительно, когда мы подъезжали, это эко-дом находится, Анатолий Эдуардович, который там штаб-квартира является транспорта. И трассы все сразу же тут же видны. Поэтому так получилось. Вот это, конечно, есть видео, но мы сейчас, я говорю, используем Мирополис. Поэтому мы сейчас больше говорим, но все это можно найти, посмотреть. Вот это вот был первый приезд. Итак. Значит, получилось, что запуск первой тестовой линии, сам лично шейх приехал, посмотрел, рассказал, посидел, вот это уже, вот этот вот, скажем так, внутри вот этого транспорта был представлен, да, уже именно для шейхов, потому что вот это мягкие места, да, а напротив такие более поскромнее для, скажем так, людей, которые сопровождают шейха, вот, и вот этот вот, значит, сейчас вот этот вот юникар, он ходит
именно по вот этому 400-метровому маршруту. Вот мы на нем тоже ездили. Очень мягко все ездит, двигается. Но вот это вот именно тогда был именно первая трасса запуска, что было одобрено, да. Вот. Далее, значит, Юскай транспорт был представлен на Всемирном правительственном саммите в 2019 году. Вот видите, вот, значит, здесь вы тоже можете видеть два шейха. Кстати, вот один из них, значит, шейх Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум, а его принц, вот Хамдан Мухаммед ибн Рашид Аль-Мактум, да, это человек, который женился на белорусской, да. Вот, то есть такие вот тоже интересные связи, да, получается. И вот они были тогда тоже. Значит, что такое вообще Всемирный правительственный саммит? Это в Дубае проходит он. Это ежегодное мероприятие, которое объединяет лидеров правительства для глобального диалога о государственных процессах, политике и, в частности, технологических инновациях, да. И вот происходит обмен знаниями и так далее. И вот именно там был представлен вот этот вот транспорт, U-транспорт, да, и где, конечно, вот видите, тут Unibike представлен, в общем-то, тоже это все было интересно, просмотрено, ну и опять-таки дан зеленый свет, да. Далее. Очень важное состоялось мероприятие, когда вот Анатолий Эдуардович вот построил вот этот вот трассу, видите, 400 метров, это пробная, действительно, первая тестовая трасса, которая была построена. Для чего она была построена? Прежде чем строить километры и километры дорог, вот, вы знаете, что это вообще такого транспорта практически надо было делать с нуля, но так как Анатолий Эдуардович работал с этим 40 лет, в общем-то, знания вот эти накапливались, и потом вот все равно попробуй, докажи, расскажи и так далее. И поэтому, когда была построена трасса, самое главное было пройти сертификацию, стандартизацию, и вот эта вот TUV компания, да, Standardization Certification, выдал после проверки всего там на транспорт, на путевую структуру, на вот эти вот опоры, на анкерные опоры, на станцию, которая следит за движением. Все, вот получил Анатолий Эдуардович вот этот сертификат, да, сертификат инновационных решений транспортной инфраструктуры U-Sky. Это архиважно было, потому что это дает? Да? Это дает то, что данная сертификация позволяет снять главное ограничение в принятии решений по заказу ключевых наземных транспортных структурных проектов. То бишь, без этой сертификации никто не имеет права строить и так далее. Вы даже когда утюг покупаете, вам дают там, да, как пользоваться этим утюгом, что нужно делать, нам не прикладывать к себе, да, не совать там в розетки, там пальцы в розетки и так далее. Ну, в общем, вы понимаете, да. То есть вот эта вот сертификация, прежде чем выйти на большой рынок, должна любое изделие должно пройти сертификацию. Вот. И после этого мы, Анатолий Эдуардович выступал, и мы слушали, когда он сказал, что теперь мы перешли, можно сказать, из стадии уже стартапа, да, в стадию уже масштабирования, то есть в стадию, когда мы сможем данный транспорт масштабировать по всему миру. Поэтому фраза такая еще была: мы создаем самый крупный бизнес в истории цивилизации. Здесь можно поставить десяточки, я не обижусь, да. Вот. Я тоже думаю, что даже если вы это слушали и слышали, все равно это действительно очень и очень дорогого стоит. Далее. Конечно же, вот этот человек, который тоже, его зовут Хусейн Аль-Махмуди, он очень и очень, я вот, скажем так, знаю, что он очень и очень много вообще помогает, но кто он такой? Он, значит, получается генеральный директор вот инновационного парка в Шарже. И, конечно же, вот его очень много было таких постов, когда он говорил о том, что это стартап, есть какие-то сложности. Ну, когда вот, допустим, было, что нападала пресса, там какие-то заказные статьи. Вот, все это было, в общем-то, конечно же, я понимаю, что Анатолий Эдуардович очень много работы проделал, когда даже мы были в Эмиратах, Анатолий Эдуардович
сказал, что пришлось вот дать ответы, вот написали вот такой, говорит, фолиант на 800 листов, на 800 листов по каждому вопросу, вот на все вот эти возражения, как, почему и так далее. То есть вот как, почему этот транспорт едет, почему он безопасен, почему он уникален и так далее, в общем-то, были даны все ответы. И вот, видите, вот его превосходительство Хусейн Аль-Махмуди, генеральный директор инновационного парка, он всегда защищал и действительно стоял на стороне технологии. Вот его слова такие были. Белорусский стартап в партнерстве с инновационным парком уже построил подвесные испытательные трассы, которые смогут позволить перевозить грузы и пассажиров. После успешного тестирования правительство объявит о строительстве маршрутов в городе Шарджа. Да? Вот это его слова. Потому что здесь очень много преимуществ. Допустим, была статья в Khaleeji Times, когда он говорил о том, что гибнет много человек из-за загрязнения воздуха. Также, помимо экологии, транспорт имеет множество других преимуществ, потребляет гораздо меньше энергии, скорость внутри в городе до 150 км в час. Второй уровень является безопасным, поэтому нет никаких ДТП, допустим, да, ни животных, ни людей, ни вообще других, ни другого транспорта. И это гораздо дешевле, нежели там метро, трамвай и так далее. Так вот, я вам сказал, метро, допустим, стоит 150 миллионов километров, а приводил пример я трамвай, который там построили, который, в общем-то, люди, особенно местные локалы, да, они не любят этот трамвай, потому что он создает постоянно какие-то пробки, и люди на дорогих машинах из-за этого трамвая, в общем, постоянно стоят в пробках и так далее. Так вот, его строительство обошлось в 90 миллионов долларов за километр. 90 миллионов долларов. Напоминаю, что у Юницкого от 10, там, от 3 было миллионов, там 5 миллионов, 10 миллионов, 15 миллионов скоростная трасса. Вот такие цены, то есть не то, что в разы, в 10 раз дешевле, нежели метро, либо там в 6 раз дешевле, чем трамвай. Это при том, что это при полной инфраструктуре с транспортом, с дорогой и так далее. Вот поэтому это транспорт, который очень заинтересовались очень многие и многие страны. Далее, значит, транспорт Юницкого был представлен на Экспо 2020. Действительно, вот это была фантастика, потому что, в принципе, 2020, так тоже, вот, знаете, нет худа без добра. Из-за коронавируса 2020 стали проводить на год вперед, перенесли, хотя название осталось 2020, но было это все в 2021 году. К тому времени Анатолий Эдуардович как раз и сделал свой штаб-квартиру в виде дома из бруса, да, 30 на 30 метров, 900 квадратных метров, он смог успеть вот сделать эту трассу, да, все сертифицировать, поэтому, вот, знаете, если бы год назад было, то есть, если бы это было Экспо 2020, может быть, и пришлось это показывать бы на пальцах, потому что, ну, нельзя было возить, пока не сертифицировано людей, да, так бы показывали, но это было меньше интереса. Но так как Экспо 2020, вот оно открылось, да, было и, скажем так, проходило это все, допустим, Экспо проходило в Дубае, но 20 минут на автобусе, и вы уже попадали именно вот этот инновационный центр, где Анатолий Эдуардович смог принимать гостей, и этих гостей было огромное количество делегаций. То есть их было более 300. Представляете, 300, то есть практически каждый день. И поверьте мне, вот, допустим, вот это вот первый космонавт бразильский, который вот с Анатолием Эдуардовичем рядом. То есть люди были на уровне послов, на уровне президентов, на уровне королей, допустим, король Лесотто, который приехал, не просто приехал там с делегацией со своей, да, которому надо было уделить время, который посмотрел все, и он сразу же тут же договорился о том, что такая трасса ему необходима. Это вот африканские страны, вот как я говорю, страны МЕНА, регионы, Ближний Восток, Северная Африка, это все страны, которые в первую очередь захотели там побывать. Поэтому, хотя здесь были европейцы, вот, допустим, там чехи, швейцарцы приезжали,
очень много делегаций было с Латинской Америки, вот Парагвай, Уругвай, Мексика, ну, в общем-то, тут очень много можно перечислять, поэтому я, естественно, все не буду. Ну и даже сами, вот я говорю, Ближний Восток тоже, даже представители промышленных крупных промышленных компаний тех же Эмиратов тоже посещали, потому что Саудовская Аравия заинтересована, Дубай заинтересован, Абу-Даби заинтересован, Катар заинтересован, поэтому очень и очень много здесь было делегаций. Вот, писали очень много, скажем так, в статьях. Я подписан, допустим, на Русские Эмираты, там была вот эта статья, видите, написано USKY, формула транспорта будущего, да, вот. Дальше очень много было выступлений, особенно Олега Зарецкого на радио, да, то есть вот он говорил, рассказывал, их очень было много, и действительно он очень эмоционально рассказывает, интересно, и всегда, ну, скажем так, всегда его приятно слушать. Да, было, не попал этот кадр, а вот попал, да, непонятно, как это скачет, да. Значит, на телевидении тоже говорили, вот видите, прям в студии вот сделали такую вот, показали, там на арабском говорят, вы можете тоже набрать арабское телевидение, SkyWay, прям в YouTube забейте, вам выдаст много роликов разных, хотя это не только было на арабском телевидении, даже на американском было телевидение, на чешском телевидении, в общем, на европейском телевидении, на американском телевидении, на латиноамериканском телевидении было, и вот на арабском, вот видите, написано, что вот данный транспорт можно даже вдоль, ничего не переделывая, просто это будет вдоль каналов, которые есть, допустим, в том же Дубае. Вот, пожалуйста, ничего, вот дорога осталась, ничего никто не мешает, и вот такая красота движется. Поэтому было много очень репортажей, и, конечно же, вот это вот все повлияло на то, что этот транспорт стал узнаваем, знает его, и очень много от этого стало приезжать очень солидных делегаций. Ну и одно из последних событий, вот вы сейчас знаете, что каждые два года проходит в Берлине, вот в 2020 году не было связи с коронавирусом, да, а так вот компания Unisky String Technologies была представлена в 2018 году, я вот не помню, Леша, может, мне подскажет, в 2016 была, не была, вот в 2018 году, и потом уже, вот смотрите, сейчас, который сейчас вот проходил буквально 21-23 сентября, он был представлен опять на Иннотранс в Берлине, вот такая вот красотища, уже опять-таки, уже то, что это есть, и представили уже, смотрите, данную модель, ну, вообще данный транспорт, уже сама делегация управления дорогой транспорта Дубая представлена, RTA, да, приняла участие в Международной торговой конвенции на выставке транспорта технологий на транс в Берлине 20-23 сентября. Да, то есть это новое поколение подвесного путеводного транспорта. Вот смотрите, какая красивая капсула, фантастика, там двухместный он или там трехместный, но в общем-то смотрится просто футуристично, красиво и с учетом того, что это просто по струнке он бежит. Конечно, это есть еще видео, когда это струны подсвечиваются лазером, там синий лазер такой, ну просто красота неописуемая. Вот такой офис, видите, RTA там написано, да, вот такой вот красивый футуристичный офис тоже, да, и там внутри вот это вот представлена кабинка. Вот такие вот дела. Тут тоже можно поаплодировать, поставить восклицательные знаки, вот, потому что действительно вот гордость, да, за то, что вот транспорт уже, в общем-то, видите, идут на такое, на симбиоз, потому что вот сами Эмираты рекламируют свое будущее. Ну, вы знаете, что иногда вот эти вот такие вот, если один сосед имеет там, как в арабской стране, да, вот он может даже уже другому предложить и там поспособствовать тому, что развитию. Поэтому не вижу восклицательных знаков, вот, ну, надеюсь, что вы со мной согласны. Ну и, значит, после, ну да, вот это вот, на чем я хочу остановиться, что вот это было шестое, что вот столько событий за эти 4 года произошло, да, что вот транспорт разрешили сделать, перенесли, значит, в парке вот это вот на первую линию, да, далее это все дали добро, прошли сертификацию, закрепили. Сейчас, вы знаете, делают еще две трассы, мы чуть больше скажем, да, чуть ниже, да. Далее, получается, осуществили, скажем так, что там было это самое,
пятое, что-то у меня вылетело в голову. Ну вот и, значит, выставка уже в Берлине. Вот такие вот события за вот это вот 4 года произошло. Ну далее только набирает обороты. Ну я просто сейчас хочу сказать о том, что опять очередная, несмотря на то, что, делаю акцент на то, что несмотря на то, что уже Экспо 2020 закончилось, да, все равно продолжают делегации ездить, да, и вот сейчас Республика Парагвай, о чем я говорил, что Латинская Америка, кстати, это одна из стран, которые тоже рекомендуют для, допустим, проживания, вот там так и пишут, что если вы там хотите там поменять свою жизнь в корне, вот одна из стран такая вот красивая, дорогая, вот я вам специально картинку такую, в каком смысле дорогая, ну, не такая страна, не захолустная, да, вот, красивая, где можно отдыхать, хороший климат и так далее, вот этот Парагвай. И вот с Парагвая тоже приехал посол, они очень эмоциональные люди вообще, латиносы, да, и вот он заинтересован в новых технологиях, вот, для своей страны, поэтому активно очень смотрел, вот этот транспорт безопасный, экологичный, и самое главное, видите, сертифицированный тропический автомобиль Юкар. Вот. И вот, смотрите, какой счастливый посол, да, действительно, все улыбаются, они вот просто тут смотришь на них и действительно тоже радуешься, вот, даже просто улыбки видишь, людей тоже радуешься, да, и вот, смотрите, даже очень удивился, даже в статье написали, что пробная поездка в ЮКАР была запоминающейся и эмоциональной, гости были в восторге от оригинального дизайна нового электромобиля и его комфортного салона, ну и так далее, там все вот эти вот, все, что вы понимаете, там повышенная безопасность, минимальные площади, занимаемые струнными рельсовыми эстакадами, выгодные затраты, нежели там другие виды транспорта. Вот, в общем-то, вот так он эмоционально. Конечно же, очень большое тоже внимание уделяется сейчас вот этому грузовому транспорту. Опять-таки, гости тоже обратили внимание на то, что сейчас это строится, это будет, тоже показали. Вот. Далее, произвел впечатление, вот сейчас видите, какой экодом, когда мы приезжали, вот этих еще зеленых стен не было, но они обрастают потихонечку, поэтому я думаю, что вообще это будет такой оазис, клочок такой вот полностью зеленый покроет, как говорится, у нас виноградом покрывается, но там другие растения, не помню, как они там называются, но в общем-то вот так вот, да, замечательный дом, который полностью выполнен из дерева, отвечающий всем нормам пожарной безопасности. Напомню тем людям, которые не знают, что это единственный дом во всех Эмиратах, во всех семи Эмиратах, который построен из дерева полностью. Вот такой единственный дом, это ждал он Полидарович этого решения около 6 месяцев, потому что, ну, не было даже закона такого. Потом вот шейхи разрешили. Ну вот что сейчас делается, давайте так тоже быстренько вам пролистаю эти страницы, потому что мне, например, они впечатлили, да, то есть вот вы знаете, сейчас в Шарже именно, вот видите, такая вот пустыня, кстати, вот она вот так вот и есть, да, вот и кто за гора здесь, и полотенчик бросить не получится, да, это не то, что стройка идет, это вообще вот такая вот она и есть пустыня, да, вот, поэтому, когда вот Анатолий Дарович, вот мы когда подъезжали, вот такой там еще забор красивый и так далее, вот такая дорожка уже, да, то есть тут уже все вычищено там, да, вот так получается, и там так все цивильно получается. А тут еще вот стройка. Ну, вот это вот так бы, так оно было бы, если бы тут ничего не строилось. Вот у нас есть сейчас строятся две эстакады, да, четвертая и вторая трасса. Вот где Санта-Барбара, так называемая, да, вот кто-то когда-то смотрел эти фильмы с Сиси, да, вот, ну, по крайней мере, моя мама смотрела точно. И вот такая П-образная, да, вот сейчас вот занимается вот это вот, где, вот, кстати, расстояние, вот смотрите, будут тяжелые вот эти вот юниконты двигаться, 50 тонн, притом он не один будет на этой трассе, их там будет десятки, да, и вот получается расстояние между вот этими опорами получается 288 метров, да, то есть это уже говорит о том, что это очень такое довольно-таки солидное расстояние, вот, а здесь же получается будет 50 метров, но пока еще там работы, ну, в будущем планируется вестись, поэтому декабрь, январь месяц планируется, вот, скажем так, эти струны натянуть. Значит, как это делается? Вот смотрите, что такое сами струны? Вот посмотрите, вот это вот струны,
да, которые мы придумали струны. Вот это целые канаты, я не знаю, там диаметр этих канатов, да. Ну, посмотрите, вот, и там вот такой придумали, что, видите, вот, Анатолий Дарьевич, они же разбирали, как это все делать, да. Вот, значит, тут получается, называется укладка пряди нижнего пояса. То есть, вот, видите, такие вот специальные какие-то скобы. Далее здесь, значит, получается, вот, вы представляете, сколько их там, я там считал, там, тут 10 так вот получается, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12, и еще и, вот, и в ширину, там, если там сказать, в этот получается, да, сколько там, и вот специально так, на таких вот специальных сделали такие вот, видите, вот так вот собирают их, вот, а потом вот, ну, скрепляют, вот, поэтому не так, как я думал, что вот просто там засунули обыяк, там что-то вытянули. Как, кстати, я думаю, с чем я вот не могу поймать и ассоциацию с чем. Это когда вот у нас в канализации мужики протягивают вот эти канаты. Точно. Вот они засовывают туда, тут обыяк намотано, туда что-то засовывают, потом тут вот так вот вынимают, и кабели когда тянут, да, вот, сантехники там, ну, прокладывают там под землей. Здесь же вот видите, какая... Все, хотя работают там, не знаю, пакистанцы это или индусы, ну, в общем-то, там по закону так, нельзя пригласить там белорусов, чтобы они вот самая компания сделала. То есть, кто там работает, кто сертифицирован там, я не знаю, ну, везде все вот такой закон. Значит, у них вот эти вот люди работают. И вот, и значит, объясняется, ну, видите, как все это делается. Значит, вот уже... подогнали краны такие вот, да, вот тоже это все подтягивается, вот все это, вот этот вот уже получается такой ромбик, ну, такой, я не знаю, прямоугольник, да, из таких вот, скажем так, канатов, он вот уже поднимает на нужную высоту, там, в общем-то, все это делается, подтягивается, натягивается, это, конечно, это просто вот отдельные такие кадры, но вообще они, конечно, очень и очень впечатляют. И вот, посмотрите, сюда уже подходит вот к анкерной опоре. Вот какая тут вообще мощь, вы представляете? Ну, я, например, для меня это вот просто фантастика, что таким вот образом вот этот вот внутри короба будет находиться такая вот, ну, действительно, выдержать такую напряжение, это дорогого стоит, поэтому... Тут, когда строили, я еще тогда с Олегом Зарецким разговаривал, там он говорит, что когда мы сказали, что погрешность вот в этих вот в натяжении, чтобы вот эти вот анкерные опоры там миллиметр три. Он говорит, как миллиметр три? Сантиметр три? Ну, знаете, отклонение. Говорит, нет, миллиметр. Они, говорит, были сначала подумали, что это ошиблись. Не может быть миллиметр. Вот такая вот должна быть точность в установке анкерных опор и так далее. Вот, поэтому я, например, просто вот с содроганием теперь смотрю, как это все оказывается сложно. То есть вот, ну, действительно, мне это очень и очень завораживает. И я никогда не думал, что это вот такая вот красота внутри, да, то есть это еще будет, в общем-то, сверху будет идти вот этот вот сама жесткая ферма, да, уже там будет еще, ну, почему будет двигаться сам стальное колесо и так далее. Ну, вот, вот она, струнная технология, то есть далеко не то, что о чем там смеялись, струну натянули, это гитарную, там все поехало. Вот посмотрите, какие струны на самом деле есть внутри. Ну, вот дальше, опять-таки, очередной кадр такой, да, и вот уже люди тут, видите, тут вот другой уже получается, да, тут я не, ну, не знаю, отличается по толщине, где, как, что, ничего, ну, в общем-то, может быть, это один из этапов, вот, необходимо, видите, контролировать положение пряди, называется, относительно друг друга, так как это начало устройства будущей колесной колеи электромобиля, вот такая вот сложная задача стоит вот у этих вот людей. Но Анатолий Эдуардович находится там, он постоянно все контролирует, сам смотрит. Я несколько было уже репортажей, когда он сам все это делал, смотрел и рассказывал, как сделать лучше, интереснее, проще для людей, которые это все делают. Ну, вообще сложно. Ну, вот видите, тут погрузчик тоже написано. Для обработки пряди достаточно телескопического погрузчика с одной бригадой рабочих. Используемый кондуктор исключает возможные ошибки, обеспечивает безопасность операции. В общем, Анатолий Эдуардович все продумал. Вот видите, как все это все делается. Ну, в общем, очень и очень здорово. Будем следить дальше за репортажами. Вот тут уже натянута, вот анкерная опора, вот идет натяжение, вот идет опять натяжение. Видите, потихонечку двигается. Но я напомню, что эта трасса сейчас, опять-таки, она
всего будет сейчас 2,5 километра. Вот, потом это будет тестироваться все, проверяться и так далее. И вот уже после этого, скажем так, это будет уже, может перерасти. Точнее, я очень верю в это и надеюсь, что это уже перерастет в адресный проект, потому что именно об этом и говорил, что с порта Корфахан до Шаржа вот так будут двигаться вот эти контейнеры. Вот такие вот интересные дела. То есть вот в результате должно получиться вот после натяжения должна вот такая вот опора уже из металла идти, да, и вот по ней уже будут двигаться вот такие красивые как бы на вид, но они очень-очень большие. Вы представляете, этот 40-футовый контейнер, да, вот он вот будет такой вот на таких вот двух, ну скажем так, Юникон тут представляет из себя две такие вот по краям электромобили, да, и вот этот, мы когда вот были на производстве, вот трогали, действительно, там внутри такие жесткие крепления, вот такие вот эти вот тоже, ну, из металла, металлоконструкции внутри, что, а внешне, да, смотрится, вот они там, все это обтекаемые, красивые и так далее, вот такие вот футуристические у нас будет тоже транспорт Юникон. Вот. Ну и вышла опять-таки статья, почему UST надежно и долговечно. Там тоже очень сложные какие-то были случаи, но самое, чтобы вам было понятно, вот там тоже было приведено много примеров. Вот, ну, один из авторов публикации, это сам Анатолий Дарович Юницкий, он сказал, что если взять, допустим, в чем уникальность технологии, что если взять даже вопрос безопасности, и если даже несколько промежуточных опор будут уничтожены в результате, допустим, какого-то террористического акта, все равно путевая структура останется целостной, целой. Представляете? Вот в этом вот и сила вот данного транспорта. То есть вот это натяжение, неважно, да, там где-то будет провиснет, где-то там за счет того, что где-то уйдет промежуточная опора, но он не рухнет, не убежит, и сам транспорт, он тоже за счет того, что там есть еще противосходный механизм, он останется именно вот, он просто может быть, ну, в худшем случае он просто по земле вот проползет, но не, скажем так, не сойдет с этих рельсов и не улетит куда-то и так далее, но может даже вообще останется на весу. Вот такие вот вещи. Ну и еще одна тема, что будущий вуз, вот, то есть один из ведущих вузов Белоруссии, да, их уже несколько, да, но вот последняя вот статья тоже, что Витебский государственный технологический университет тоже обратился, то есть заключили такой договор, представители компании Unisky String Technology рассказали вот о решении транспортных проблем, вот как можно решить за счет UST технологии. В то же время, возможно, будет включение материалов о технологии UST в учебные дисциплины вуза. Вот, и в свою очередь преподаватели, ну, как бы вуз попросил, что возможно ли лучших трудоустроить, в общем-то, в компанию UST Technology. И вы знаете, что даже у нас Алексей Нумович, вот он всегда скромно об этом умалчивает, но он тоже написал дипломную работу именно вот в UST, но нам чуть позже скажет, что как это было, если вот вчера он рассказал, было людям очень интересно. Пусть вот так, что вот такой скромный человек, вот наш куратор Белоруссии, вот не надо скромничать, Алексей, да, надо рассказывать о своих успехах, и тогда, может быть, люди будут тоже обращать внимание на эту, скажем так, аплодисменты, да, аплодисменты, вот. Вот, потому что действительно наша компания, когда вот говорят, ой, там только вот куда-то собирать, нет, научная компания, очень интересные люди работают, кто знает Алексея Наумовича, тоже очень умный, грамотный человек, сам был программист, работал и в государственных органах работал, и на компании частные в Америке, в Германии. Вот сейчас активно продвигает транспорт, поэтому вот действительно вчера было приятно, что он написал, тоже защитил дипломную работу, основываясь на компании UST. Браво, аплодисменты, да. Вот. Ну и, в общем-то, да, вот, значит, речь о том, что вот это вот не только здесь может быть грузовой транспорт двигаться, да, но и вот есть такой ролик, где уже написано, то есть где нарисовано вот такой вот, да, пожалуйста, Алексей,
не скромничай. Вот такой вот, да, транспорт, который тоже уже будет рассчитан на 40 человек, 60 и так далее. Вот это уже картинка визуализирующая, которая все это позволит, может быть, будет двигаться поверху, допустим, юниконты, внизу могут двигаться транспорт, который будет перевозить тех же рабочих, если там куда-то кому-то надо в порт или из порта. Ну, наконец-таки у нас вчера состоялась тоже живая встреча, как ее назвал Алексей. Вот. Зал был, назывался Green City, тоже, видите, зеленый город, да, это такой созвучие, да, у нас получается, мы можем строить линейные города, да, зеленые города, тут зеленые технологии, и тут вот Green City, действительно, зал очень красивый, очень хорошее там отношение персонала, вот, и поэтому те люди, кто пришли, были тоже очень довольны, мне кажется, и у нас было человек 30, вот, для первого раза это было хорошо. Вот Алексей Наумович выступал, ваш покорный слуга выступал, вот, вот. И очень хорошо там и Сергей Казаков говорил, и Михаил вот, Сыцевич, Алена Бердыева тоже, вот она, скажем так, воспряла интерес у нее, потому что она стала лидером когда-то, а потом она тоже, так как ничего не проводилось, ничего не то самое, как-то вот потерялась, а вчера вот она тоже заинтересовалась, и мы с ней тоже очень интересно побеседовали. Ну вот, о компании рассказала вот новый лидер у нас в Skyward Community Марина Липатова. Вот, она была, кстати, вот летом на встрече, тоже была в экотехнопарке, была на производстве, вообще посмотрела, как пощупал руками, поездила, ну, в общем-то, была в восторге. И поэтому, чтобы уже не говорить, о чем там она говорила, я вам просто покажу, как мы действительно хорошо отдыхали. Вот нашел несколько кадров, там, ну, их очень много, точнее, видео, фото. Вот, я просто говорю, это вот экотехнопарк, а рядом с экотехнопарком опять-таки находится рыболовное хозяйство вот Юницкого, называется «Акварель», где мы как лидеры вообще там принимали участие, обучались, смотрели, видели. Мы все это вот, вы знаете, это настолько было здорово. Я вот тоже вот говорю, все-таки как ваш, вот вроде эти сейчас цифровые фотографии, их где-то они там потерялись, где-то лежат, где-то там в телефоне все. А тут вот Алексей Наумович несколько фотографий достал, и я решил, почему бы нам тоже не показать вам сегодня, опять-таки, вспомнить вот это вот это время, проведенное в экотехнопарке «Акварель». Поэтому куда мы собираемся тоже побывать. Вот, видите, тут и салют был, и я тут прыгал, и другие люди прыгали и танцевали. Вот, вот, конечно же, для нас была экскурсия. Вот, вот я возле Юнибуса стою, это внутри Юнибуса, тут у нас тоже лидеры, вот этот мальчик с Узбекистана, тоже вот он приехал со своим братом, со своей мамой, и вот он тоже так застеснялся, говорю, иди, иди, мы все одна семья, вот Skyway, все, да, Юскай сейчас это называется, очень здорово все это, да, эмоционально, замечательно, вот, и действительно, у нас там была и баня, вот, и плавали мы вот в озере, вот жалко нет фотографии, то есть фотография есть, но она над верхом, там еще идет трасса, вот, кстати, рыбака, поэтому вот мы сейчас, почему я об этом стал показывать, потому что мы планируем все-таки в ноябре, в декабре месяце, вот, людьми, которые заинтересуются, съездить туда и тоже также отдохнуть, посмотреть новую вот эту вот линию, возможно, Алексей, ну, может договориться, чтобы мы попали опять в экотехнопарк, потому что туда не пускают просто так, туда надо договариваться заранее и так далее. Но если у нас будет, соберется довольно-таки много людей, я думаю, что, конечно, нам откроют экотехнопарк, мы опять это увидим, посмотрим и, возможно, даже тоже опять, ну, сможем прокатиться или новым людям показать, как это все действует, да, вот, ну, вот такие вот там, действительно, там все зеленое, вот это Анечка, которая тоже когда-то, она сейчас, она из Донецка, беженка в Испании, и вот получилось так, что моя сестра ее привлекла в эту компанию, и она даже вообще, ну, понимаете, она банковский работник была, не знала, как, что, чего, но получилось, что настолько это ее зацепило тема экологии, что она сейчас большой лидер, она является куратором нескольких латиноамериканских вот стран, вот, потому что хорошо знает испанский язык, и вот, и она вот тоже приехала, опять-таки, лишний раз
потому что она была уже в Шарже, в Эмиратах, вот, и сейчас она тоже вот приехала, мы с ней вот там тоже много общались, говорили, в общем-то, скажем так, латиносы тоже в восторге вот от экологического этого транспорта, им тоже это очень необходимо, да, вот, мы ловили рыбу, вот тут два гитариста стоят, угадайте, кто это, да, на самом деле это не гитарист, не гитарист, это Леша так изображает удочку, потому что вот тут вот в бронзе тоже Анатолий Эдуардович Юницкий, потому что у него тут была палка, там как бы еще леска шла, не леска, а там такая проволока, вот она тут блестит немножко, да, как бы там, а в этой, в самой в пруду там тоже из бронзы там сон, вот как будто там, ну, получается, как будто тут у нас под музыку heavy metal, да, вот, ну, в общем-то, да, вот, мы, у нас была для нас тоже организована рыбалка, вот я поймала сестра, но для тех, кто, как говорится, ну, как бы заботиться, я хочу сказать, что поймал рыбку и отпустил ее тоже с Богом, потому что так, ну, так можно было сделать. Вот. Вот. Ну, у нас там даже рисовали мы, вот, картины такие вот тоже, у нас практически у всех одинаковые картины, то есть мы рисовали с одного, но у всех вид разный, вот видите, тоже моя картина тоже сейчас есть. Недавно приходил друг моему сыну 12 лет, и говорит, боже, как красиво нарисовано. А Кирилл сказал, это папа рисовал. Конечно, нас там учили, вот, но мы сами делали все, да, нам просто говорили, как, что, чего. Ну, вот видите, вот Алексей, да, тоже вот он сам нарисовал. У нас они все отличаются, но, в общем-то, все сделано было очень здорово, с душой, так что, да, воспоминания очень хорошие. Ну, вот, вот наша такая вот белорусская команда, вот Аня к нам еще тоже присоединилась, потому что она тоже в нашей структуре, вот, Евгений Кудряшов, руководитель Skyward Community. И мы здесь, в общем-то, было очень и очень здорово, поэтому давайте мы с вами в Беларуси вообще, нам не надо никуда лететь, никуда там никакие визы ставить и так далее, нам надо просто собраться всей нашей хорошей компанией, да, и поехать туда, в общем-то, опять освежить память, и желательно даже вот так вот побывать, было здорово. Сейчас приезжали вьетнамцы недавно, вот, кстати, даже вроде как они еще и не уехали, но они просто в диком восторге. Я хочу сказать, что сегодня один из руководителей Skyward Community сказал так, что вьетнамцы настолько поражены, они тут же делают стримы, тут же рассказывают и так далее. И получилось, что если человек, образно говоря, то, что он делал за месяц, вот какой объем продаж у него был, вот лидеры Испании, да, о, лидеры Вьетнама, они это же сделали за вот эти вот 2-3 дня. Представляете? То есть настолько вот они эмоции передали, что действительно это все есть, это все едет, столько транспорта, столько это всего, это даже в Шарже только одна трасса, а здесь у нас их 6, и все движется, все действительно, поэтому и на производство свозили тоже, поэтому, ну, я скажу, что мы с вами в глубокой спячке, надо просыпаться, надо двигаться, и я думаю, что у нас должно как бы второе дыхание прийти, потому что действительно надо сейчас есть возможность поехать опять-таки в Эмираты, посмотреть вот эти вот две новые трассы будут. И, естественно, мне кажется, когда вы там побываете, у вас тоже будет вот эта вот солнечная энергия, которая в Эмиратах, вы зарядитесь вот вообще всем этим. Это, давай, да, правильно, правильно, кошечка, вот моя кошечка, да. Вот, тоже согласна, да, молодец. Вот, обязательно нужно собираться. Отлично. Да, согласен. Так, ну и вот, значит, сейчас напоминаю, что 19 числа уже у нас переход на 4.3. Вот все сделано за это время. Да, много чего сделано. Практически мы все с вами проговорили. Вот, поэтому, если кто-то хочет инвестировать, смотрите, там уменьшится, конечно, дисконт. Уменьшится дисконт, поэтому я вам рекомендую все-таки сделать сейчас инвестиции, кто-то еще сомневается, потому что потом будет за те же денежки, но уже будет меньше долей. Вот такие вот дела. Ну и напоследок хочу сказать, 60 лет назад в журнале «Мурзилка», все его помнят, любят, ну то есть, по крайней мере, люди нашего возраста, да, вот, вот такой вот Лешина супруга нашла такой вот журнал «Мурзилка». И вот эта визуализация, которую я тоже сегодня сделал такую
скажем так, визуализировал такую вот картинку. Видите, когда-то 60 лет назад, это был 1962 год, нарисовали вот мурзилку. Видите, там и зайчики бегут, их никто не пинает, и птички летают и так далее. И вот сейчас в окружении я сегодня, видите, вот сделал вот наш транспорт, наши эко-дома, вот, наше строительство в Эмиратах, вот, и вообще наш линейный город. Вот поэтому вот визуализируйте, мечтайте, и все у нас с вами получится. Ура! Спасибо за ваш аплодисмент. Вот. У меня все. А на сегодня все. Новостей больше нет. Я сейчас смотрел. Да, всем добрый вечер. Вот на твой коллаж. С этим вот там зайчики бегают, елочки, грибочки. Ну и мне что-то сразу этот Марина Горка в голове вспомнилась, потому что вот когда полигон этот участок, ну он же был танковый полигон, то есть там ну просто дикие были эти кустарники, там деревца, и там росли грибы. Вот когда первые были закладки, там ягоды росли, там грибы росли, то есть там все это было, то есть там ну зайцы наверняка бегали, поэтому вот эта картиночка прям, ну наверное художник. Ну кто-то в будущем побывал, да, наверное все-таки заглянул. Художник, да, или во сне он, или, ну, то есть, вот, интересно, конечно, 60 лет прошло, вот, такие вот да. Вещи. Ну, по поводу, ты тут еще спрашивал по поводу 2016 года, там, была ли в Германии выставка? Да, была, вот, тогда выставляли как раз двухместный Unibike и 14-местный Unibus, ну, это был такой первый фурор в Берлине, вот, 2016, потом 2018 год. Потом планировали 20-й, но ковид все внес свои коррективы. Вот. Ну вот сейчас уже 22-й год. Уже не сами, вот, а уже, вот, так сказать, под крылышком Министерства транспорта Дубая. Вот. Так что тоже очень ценно. Вот. Потом, что тут? Ну, за диплом спасибо. Вот. Да, Леш, надо не скромничать, надо рассказывать, да. Да. Надо рассказывать. Это, ну, получается, вещи. Тоже я подумал, что вчера вот я не сказал, то есть, ну, по первому образованию это у меня IT образование, а это уже у меня было как дополнительное второе образование, вот, которое это финансы. Вот, ну, и на финансах там уже надо было выбирать. Ну, и как раз-таки все совпало. Так что в следующий раз, Лешенька, ты можешь, да, для людей, которые не были на офлайн-встрече, на живой встрече, да, вот в следующий раз все-таки внеси это. Ну, то есть та презентация, которая была у тебя вчера, многим. Так, Олег, у нас завис немножко. Сейчас подождем, подключится. Может, какие-то вопросы есть у кого-то? Если вопросики есть, можете написать. Мы как раз пока Олега подождем. Что это такое было? Так, Олег, секундочку, ты пропадал. О, есть. Да. Да. Что-то у меня было со связи, но я просто говорю, еще раз повторюсь, что в следующий раз, Леш, все-таки расскажи это тоже еще раз. Слышно меня, нет? Да. Вот. Будем ждать тогда тебя. Ну, вот такой коллаж берите на вооружение. Да, вот, будем визуализировать. Вот. Да. Какие вопросы? Есть ли там вопросы? Спасибо. Здорово. Все, да. Спасибо вам. Спасибо слушателям. Вот. Так что до следующего понедельника. Ну, да, как резюме, наверное, можно сказать, что, ребята, присоединяйтесь. Вот у нас 19 числа переход на новый этап. Для чего все это Олег рассказывал? То есть все это красиво рассказал, преподнес, расписал. Вот, ну, чтобы... Ну, продвигать данную идею дальше в жизнь, чтобы строить дороги между городами, чтобы строить проекты. Вот, и вы как инвесторы, как потенциальные инвесторы можете присоединиться, вложить, помочь проект там, своим словом, своим там, рублем, своим, то есть энергией своей, ну и тем самым, и, ну, и, во-первых, получить долю в компании, то есть как в любом стартапе можно получить здесь долю, которая в перспективе может вырасти. Вот, ну и быть причастным к такому большому проекту тоже. Многих кого-то даже, ну, допустим, не цепляют какие-то финансовые моменты, но вот причастность к чему-то большому, большому глобальному проекту, там экологические какие-то аспекты, то есть кто-то за зеленую планету. То есть у каждого свои причины здесь быть. Вот, поэтому
изучайте проект, регистрируйтесь, вот, ну и будем вместе двигать мир к светлому будущему, наверное, так можно сказать. Да, Алексей, на этой ноте и закончим. Кому будут интересны вопросы какие-то, можно связаться с Алексеем, со мной. Вот, так что будем на связи. Вот, всего хорошего.